Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение прохождения на уровне сложности божество за Швецию в попытке победить культурой, туризмом, культурной победой. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Спонсоры канала видят все серии сразу, так что им можно никуда не переходить, они просто все смотрят, ну а подписчикам серии выходят раз в день. Продолжаем быть в героической эпохе. Вот тут строим потихоньку кораблики. В науке не сильно отстаем на самом деле. Буквально чуть-чуть. Сейчас пока вот военную инженерию открываем, но в принципе я быстрее меня открыл. Ну, то есть пока открываем без ускорений. В культуре немножко подальше, но я тут и откладывал. Конкретно, главное сейчас госслужбу открыть, а дальше пойдем там. Феодалин в гильдии, и мне надо 6 ферм организовать. Вот тут у нас 4 есть. Надо еще где-то 2 поставить. Фермы. Так, тут у нас вырубка идет под Магнусом для производственного района. Я думаю, что здесь еще я вырублю пшеницу тоже. Или сделать все-таки шахты. Тут, смотрите, 2 осталось, и тут 2. Если на шахты сделаем какое-то, чтобы производство было в городе. Так, здесь вырубаем. О, культурный захват произошел, видели? Работает все-таки. Это голосование было в Конгрессе. Но культурный захват происходит только в радиусе 3 клеток. Поэтому вот эти 2 не захватились. Так, тут будем отступать. Больно нас ударил мечник. Здесь надо делать фермы. Ну что, выкупим клеточку. И мне столько нравится, как тут сделаны оазисы. Давайте здесь ферму сделаем. Как раз вот феодализм и ускорится. И здесь ферму сделаем. 75. Все. Ускорено вышли в средневековье. Открыли феодализм, но и строители получают 2 действия. Фермы, вот плюс 1 еще за соседние. То, что надо. И здесь поменяем, собственно, вот так поставим. Тут пока еще 2 хода. Держим. Пока не откроются, не построится эта галера. У нас 2 хода вот до госслужб осталось. Как раз я поменяю эти 100%. 2 галеры строятся. Здесь можно... Давайте пока военную инженерию пооткрываем. О, здесь арбалеты приехали. Блин. Ну, папс, я не должен, по идее, арбалет убивать прям с одного выстрела. Я не хочу он со мной мир сделать, я, правда, уже... Нет, он хочет с меня денег. Я ему денег не хочу давать. Травнина, блин, он стрелять будет. Ладно, я все равно постою, не должен убиваться. Да, пока стоим. Ну, арбалетом лучник не убьется, я потом его уберу. Рынок завершен. Давайте торговцев построим, потому что театралочка пока здесь не очень. Надо лес сначала вырубить, чтобы там театралку. Ну и тем более, что это театралка от нарчопинга. Здесь надо кампус ставить. Да, плюс 3. Плюс 3.
Но опять же, клетка еще не выкуплена. И купить ее сложно. Здесь. Вот тут надо театралку ставить для линчопинга. Потому что центр коммерции. Центр коммерции я бы тоже здесь поставил, кстати. Но клетки еще не выкуплены. Поэтому дайте монумент. Чтобы быстрее клетки покупали. Здесь мастерскую. Все, пока. Вот, это мне стали подарки давать, потому что прошло помощь мне из-за стихийных бедствий. Вообще зашибись. Я буду от всех принимать подарки. О, как здорово. Ребята, все даем мне, помогаем. Ну, это потому что извержение произошло. Все прям по очереди. Ну, кроме венгров, конечно. С венграми я в войне. Так, надо с Мали дружбу заключить. Блин, нормально я вход тут получил. Баблишко. Мне же кажется, что это как-то слишком круто, вот эти просьбы о помощи. Так, давайте с Мали и с Купы дружбу попробуем. Заключить. Ха! Отлично. Чем-нибудь торговать у меня есть? Нет, я уже всем торгую. Так, эту метку здесь можно убрать. Дальше плывем смотреть, что у нас здесь. Блин, да что ты за мной меня преследуешь-то? Давайте отступать потихоньку. Так, здесь я вот в эту сторону обработаю железо, потом вырублю здесь холмы, а потом вырублю здесь камень, и здесь надо будет кампус. Ну, конечно, деньги нужны для покупки этих. О, он даже решил меня не обстреливать. Так, вот надо этот арбалет на воде обстрелять. Сделаем так. Сделаем отличный слив юнитов, как всегда, в стиле компьютера. Так, здесь собираем бананы. Здесь ставим шахты. Блин, не растет город. Опять же, вот нехватка еды существенная. Просто нехватка еды. Так, в очереди у меня тут гавань стоит. Все правильно. Здесь обрабатываем пряности. Могу я пряностями поторговать? Да, у меня двое пряностей. Так, красители мне не нужны. Сахар и слоновая кость. Но я помню, что Великий как-то не особо сильно хотел со мной. А нет, готов торговать. Ну-ка, еще и сотку готов мне дать. А что началось? 160? Это вообще нормально? Все свои деньги хочет отдать и еще... Нет, вход не хочет давать. Ладно, ну 161 вполне. Я готов принять. Неплохо. Так, Лян прибыла. Покупаем здесь строителя за веру. Ну и теперь можно... Еще подождем сейчас. Один ход до открытия... Хотя, а что ждать? Вообще, в принципе, что ждать? Надо покупать караванчики и будем... В Англию отправлять. Давайте посмотрим, откуда у нас бегает. Вот из Стокгольма не бегает. Нас в столице и купим. Хорошо. Следующим ходом союз. С Англией будем делать. И здесь строителей. Вырубать пока не будем. Нам сюда Магнуса надо перевести, а у Магнуса тут есть еще минимум 2-3 клетки, 4 клетки даже.
5, вот. Чё дофига ума вот, в Гетеборге можно вырубить. А, промышленная зона. Амбар. Водяная мельница. Нет, это все. Кампус здесь у нас будет. Здесь, кстати, возможно, где-то центр коммерции можно будет поставить. Ну, или на воде. Равнин. Вулкан, правда. Рядом. Театралка. Ладно, давайте еще строителя. Строителей надо много, чтобы все это обработалось. О, наконец-то арбалет стал меня обстреливать. Я тут только на воду спускался. Пять мегаизвержений. Как только катастрофическое. Только повышает плодородность клеток. Отлично. Тут вообще вот эти клетки, они будут постоянно улучшаться. Я даже не хочу их обрабатывать. Вот проблема... It's all papers and forms. Так, значит, здесь меняем. Это можно убрать. Что поставим? Что поставим? Открыли действующие губернаторы с повышениями. С двумя и более. Но у меня таких нету пока. На чудеса, мне кажется, рано. Давайте бонусы от соседства кампуса. Поставим. Сразу плющили. Только один кампус пока. Пока только один кампус. Дальше. Пытаемся с Англией заключить культурный союз. Да ладно, уже с кем-то заключил. Ну что это за хрень? Ну какого хрена, ну, скупая тварь. Ну блин, а мне, собственно, не с кем, кроме нее, заключать союзы. Ну тогда давайте научный делать, хотя мне, конечно, культурный намного был бы круче. Экономически, да, много денег, но при игре против компьютера деньги не так важны. Что тут вообще дают? Если он может такой научный лучше. Давайте научный. Денег она дать не... А, хочет. Давайте по максимуму с них стрясать. С этих кремниевых болванчиков. Принимаем. До свидания. Дипломатическую службу прокачали. Так. Я сначала караван отправлю. В Ньюкасл Апон Тайн и в Сток-он-Трент. Давайте в Сток-он-Трент. Местами стреляем арбалет. Ну что, апнем в арбалет или дождемся? Давай, от наемников дождемся. Не будем тратить деньги. Нам сначала гильдии надо открыть, конечно. Вот этот бонус от соседства для промышленной зоны взять. А потом уже в наемники пойдем. Военная подготовка, военный лагерь это не построим. Вот нам бы две каравеллы, то есть надо картографию открыть, две гавани. Чудо света античности. А что, у меня разве нет еще двух гаваней? Вот гавань. А, тут строится гавань, да? И тут строится. Да. Еще нету. Ладно, подождем. Этих строителей. Сколько осталось зарядов? Один. Этих строителей вот сюда
шахты вокруг промышленной зоны делать, чтобы производство было. Так, из Йинчопинга опять же в Англию. Гранада хочет караван, но нафиг надо. Так, а я отправил посла в Фес? Не отправил. Вот, надо посол в Фесе, потому что у нас тут библиотека построилась. Так, что у нас по науке? 58. Видите, я с одним кампусом уже начинаю больше всех науки иметь. Мне бы теперь... Ну, то есть, поэтому я и хочу на культуру сделать акцент. Так, что дальше? Этим поплывем в другую сторону исследовать. Мне бы еще города-государства найти. И очень желательно культурные. Вот там мне нужны послы. Так, в Йинчопинге. Блин, мне так... Так ломает здесь ставить кампус. Он уже будет постоянно ломаться. Вот просто постоянно. А больше вариантов нету. К сожалению. Что, может, пока тогда обойтись тут без кампуса? Вообще еще тут нормально кампус будет. Сколько здесь театралка? Театральная площадь плюс один имеет, да? Ну, по половине от каждого, то есть тут полтора на самом деле. Здесь тоже будет полтора для кампуса. Тут даже плюс два будет, с учетом центра города. Ну, блин, кампус... Когда можно на плюс три поставить, кампус на плюс два ставить. А почему на плюс три важно, опять же, рационализм? Рационализм работает, вот, видите, наука от зданий в кампусе, если плюс 50% населения города 10, и плюс 50, если соседство районом не ниже плюс трех, то есть... Кампус получит плюс 50%, если у вас соседство плюс 3. Здание в этом районе получит. Поэтому важно все-таки здесь ставить кампус. Ладно. Ломаться будет постоянно, вот что меня волнует. Этот кампус будет постоянно ломаться. Теперь. Этого рабочего куда? Пожалуй, в Норчопинге займемся им. Здесь обработали пряности. Давайте шахту сделаем. В Норчопинге амбар завершен. Город растет. Что еще? Так, кампус. Ну вот здесь, да, я так понимаю. Плюс один, плюс два, плюс два. Ну, как-то тут все грустненько, грустненько. Вот сюда можно промышленную зону. Вот здесь хорошо будет. И тут шахты вокруг сделаем. Так, центр коммерции. Все можно удалять. Так, и здесь кампус. Начали строить. Теперь надо на культуру акцентик. Там прется дуболом грабить мне коммерческий район, видимо. There is nothing but a plank between a sailor and eternity. Так. Контрфорс я, пожалуй, никак не ускорю. Ну, то есть, ждать какое-то чудо античности нету смысла, я считаю. Лучше просто открывать. А вот гавани скоро будут. Так, что мы тут построили? Мастерскую. Амфитеатр.
Давайте амфитеатр. Так, уже плюс 2. Соседство. Уже плюс 2. Да блин, ты достал. За мной тут бегать. Может тут апнуть все-таки арбалет. Он же гад будет. Не очень удачно получилось с этим мечником. Давно можно было туда перебросить. Так, а как мне тут теперь караван этот отправить? А, нормально. Нет, по этому пути нормально пойдет. Так, там сюда полечусь хоть несколько ходов. И здесь вырубаем камень и ставим кампу. Кампус на плюс 5 будет, а? Как вам? Вообще зашибись. И тут какой-то район можно будет потом впихнуть. Хотя бы... Да, хотя бы и тот же театральный. Ну, нет, так, холмы. Ладно, пока шоколад обработаем. Где там города-государства какие? Ченица, Махаботху. Лучник. Апгрейд может получить. Не, ну этого дуболома я тут убью. Он сейчас встанет. Принимаем подарок. Это какая-то странная штука, конечно, с этими... со стихийными бедствиями, что всем помогает. Это я кучу денег имею на самом деле. А если бы я еще кого побольше встретил, еще больше мне бы денег давали. Боже. Это просто даже посмотри, сколько я вход имею денег с компьютеров. Плюс 67 вход от договоров. Плюс 67. Это вот от этой помощи. Гильдии открываются. А идти ли мне вообще в торговую республику так быстро? Может, лучше дипломатический. Что средневековые ярмарки? Бонус театральная площадь. Ну, это, кстати, важно, но не... Вот давайте в дипломатическую службу пока пойдем. Потом уже средневековые ярмарки. Плюс 3 промышленная зона, зашибись. И тут все в производстве. Нормально. Поднимаемся потихонечку. Здесь... Ну, за веру дорого стоит. Давайте... Куда у нас караваны бегают? Или откуда лучше? Так, из Юнчопинга. Из Уппсалы в Стокгольм, из Юнчопинга. Значит, из Стокгольма... Из Гетеборга у нас нету ни одного каравана. Значит, в Гетеборге покупаем караван. А, не могу. Что, у нас уже 6 караванов? 5. А я могу 6 вроде как. Чего не покупается? Так, шоколадкой надо поторговать. А, вот у меня закончился. Давайте из Гетеборга его отправим лучше. С кем поторговать шоколадкой? По-моему, у России был, вот, например, сахар. Да? Нету шоколада?
А подожди, у меня какао только одно. А почему? Вроде два было. Или она поломалась здесь? Наверное, блин, вот это, эти два шоколада, они будут постоянно ломать. Вот второй. Все, давайте торговать. Вот и гипс, и сахар, в принципе. Блин, опять какой-то жадный. Давайте глянем, у кого ресурсы. А гипс опять у России. Красители. Черепахи. Вот, черепахи. Дидро. Там 3-3 было, да? 3 золота вход и 3 так. Ну, просто 2 золота. Отлично. Принимаем. Здорово у меня все с ресурсами, с торговлей, с местом. Теперь главное, так, тут мы лечимся. Я не хочу здесь пока шахту делать. Я думаю, что тут район какой-нибудь сделаем. Ну и вообще вот сюда бы Магнуса пересадить, но тут еще не все вырублено под Магнусом. Так, значит, здесь покупаем строителя. Там не пропустит. Ой, вот бы какой-нибудь город-государство встретить, а? Монумент тут завершили. Мне надо вот эти клетки, чтобы выкупались. Ну что, самому купить? Ладно. Купим. Кстати, построив здесь театральную площадь, я вот эту клетку себе захвачу. Да и вот эти две клетки я захвачу. То есть их можно не покупать сейчас. Они просто захватятся через культурный захват. Отлично. Стокгольм, видите, я тут максимум поставил на рост. И Стокгольм растет. Карлштадт. Тоже растет. Так, гильдия, сейчас поставлю карточку на плюс 100% коммерческим зонам. У меня науки, наверное, под сотню станет. Потому что у меня коммерческих районов прилично. Это куда-то венгры делись. Нападали. An architect should live as little. Every man should make his son learn some useful trade or profession. Соседство промышленной зоны пока нет. А вот соседство для центра коммерции. Да, тут сначала еще куплю рабочего здесь. Так, этого вырубать здесь пшеницу. Этого вырубать здесь в джунгли. Здесь покупаем еще одного строителя. А, денег не хватает. Вот оно, чуть-чуть. Надо чем-то торгануть. Мне буквально 20 монеток бы. Железо. Кто-нибудь хочет железо? Вот Дидона хочет железо? Мне оно нафиг не надо. А тебе понадобится. Хотя она у него там вот темным видно. Может она типа... Мне что-то предлагает. Слушай, мне надо 20 монет. Даже 30. О, готовы принять. Ну тогда давайте увеличивать. 45, 46, 47. Нормально. Это меня устраивает. Покупаем рабочего. Теперь меняем карточку на соседство центра. Смотрите, 82, да? 93. Просто 11 науки чисто за соседство коммерческих районов. Теперь Рейна у нас где-нибудь сидит. Не понял, что я Рейну даже не брал.
Хальмстаде Рейна. Блин, ну вот в Хальмстаде, конечно, не очень удачно. Ее бы пересадить там, где соседство... Где по максимуму соседство кампуса и гавани работает. Вот сюда бы, на самом деле. Но это опять же не сейчас. Ладно, тогда берем последнего... И в Йенчепинг назначим. Тут, наверное, фермы сделаем, даже не буду тут вырубать. Пшеницы. Из Гетеборга в Стокон-Трент. Здесь лечимся. Так, куда этот дуболом свалил? А вот он. Умер. Давайте починим шоколад. Главное, чтобы не было извержения и не убило мне этого рабочего. Мне уже одного рабочего убило извержением. Блин. Что, тут не проплыть теперь, да? Не хочется войны. Ну ладно, я скоро открою картографию. Собственно, смогу по океану плавать. Библиотеку, конечно. В Гетеборге амфитеатр готов. Древние стены, водяная мельница. Это ничего не надо. Может, фестиваль на Театральной площади провести? Или строителей еще построить? Тут строители без карточки, и без лян вообще. То есть тут мало будет зарядов. Водяная мельница и древние стены здесь не нужны. Тут мне надо увеличить население до 10, чтобы еще один район можно было построить. Я даже, наверное, священный район скорее построю. Ладно, давайте фестиваль на Театральной площади. У меня еще ни одного великого человека, кстати, нету. Здесь, наверное, можно убрать еду. Картография, дипломатическая служба. Еще одно город-государство. Да, Канди захватил. О, Мали захватила Канди. То Канди, который... Ну, слушайте, ну что это вот? Ну что, чем занимается Венгрия? Просто нет слов. Какая-то порнография. Неужели нельзя прописать... В настройках юнитов, типа, они не лезут под выстрелы так откровенно. Но это же все, наверное, можно сделать. Так, здесь вырубаем для Гетеборга. Ага, тут уже стоит. Может, какое-то чудо можно построить? Только Килвакисивани. У меня остался из чудес непостроенных. Ладно. О, Гетеборг 10 жителей стал, отлично. Строим священное место. Тут надо обработать лис. Уже поторговать потом. Ремонтируем шоколад. Кстати, шоколадом можно тоже поторговать. Ну, тут проплыть нельзя. Границы купы. Нартёпинге мастерскую. Блин, куда эта тварь пошла?
Ой, блин, так, где-то у меня я отправлял скакунов на перехват. Возвращаемся. Блин, катапульта прется. Серьезно? А что так как-то и катапульта нормально уже против всадников держится. Так, поторгуем. Значит, у меня 2 какао. Ну, на гипс, например. Как насчет гипса? Нормально, меня устраивает такое предложение. Дальше у меня еще, у меня там чего-то 2. 2 пряностей. На сахар. Не, это уже дофига. Еще кто-нибудь может что-нибудь предложить? О, у меня 2 алмазов. Да я с кем-то лишний раз поторговал, кстати. Табак. Знаменитый норвежский табак вот этот. О, я думаю, что еще и денег даст. Отобьем немножко сделку с русским. Нормально, принимаем. Все. Главное, что со счастья у меня везде, видите, 3 довольства — это существенный прирост к производству, к науке. О, у меня уже почти сотка наука. 78. Нормально. Теперь надо делать упор на культуру. Мне нужен город-государство культурный. Принимаем подарок, конечно. Надо посмотреть, кстати, как там они... Кто на каком месте по оказанию. Они как-то все одинаково мне дают. По-моему, Мали больше дает. Буквально на 1 монету больше. Кстати, а я могу посольство отправлять? Могу, наверное, посольство уже отправлять. Сейчас глянем. Блин, вот это, конечно, уменьшение населения. Может, тут не вырубать пшеницу? Это смущает. -3. Так, насчет посольств. Нет, еще нет. Значит, посольство в дипломатической службе, да? Да. Нет, это шпионы. Да, вот. В дипломатической службе постоянное посольство будет. А, здесь обрабатываем. В рост, потому что тут 4 из 12 просто, блин, обязаны расти. Так, давайте здесь ферму. И здесь давайте фермы. Тут равнина, да, то есть вот так сделаем треугольничек ферм. Здесь обработаем лисичек. Тоже поторгуем. Лисицы только у меня. Я, блин, этот меховой магнат. Вот. Он же что-то много просит. Знаете, это, видимо, зависит от того, сколько у кого. То есть вот табак. А, табак тоже только у него был. Блин. Так, ну у меня осталось из того, что... Чего у меня нету, это мрамор. И сахар, похоже, да? Мрамор и сахар, да? Ну хорошо, а за сахар сколько ты хочешь? О, тут получше. Это примем.
Сколько я уже получаю денег с этих ребят? 90 золота в ход, вот эти просьбы о помощи. Кто-то на первом месте, пока русский впереди. На это, видимо, и торговля тоже влияет ресурсами. Ну вот, приперся грабить мне тут. Сволочь. Монумент, театральная площадь. Ну, давайте гавань. И здесь бахнем гавань. Так, следующим ходом будут каравеллы. Откладывай, значит, это дело. В образование идем. Здесь возвращаемся, чтобы проапгрейдить в каравеллы. Здесь будем открывать торговую республику. Ну, я каравеллы уже апну без наемников. Там, конечно, по-моему, 135, даже больше, по-моему, будет стоить. Но ждать... Нету смысла. Строительную инженерию ускорили. Построим святилище. Так. Да, блин, выжил. Ты посмотри. А чё венгр не хочет со мной мир, кстати, заключать? Ну, чё, он хочет, но какие-то деньги с меня требует постоянно. О, уже 90 золота и 109 вход. Отморозок. Сярод сосен и берозок, ходить бедный отморозок. Гэты верш про... Уборщину. Акведук уже не надо. Древние стены. Слушайте, я думаю, что можно пересаживать Магнуса. Вот теперь Магнуса можно пересаживать, а сюда Лян сажать. Меняем местами. Магнус у нас отправляется в Вестерос. Лян отправляется в Гётеборг. Ну. Ладно, отойдем. Давайте лезьте в эту дырочку узенькую. Я не против. 114 науки. Она, правда, упадет после окончания героического века. Блин, уже 10 ходов осталось. Ну, ё-моё. Только недавно начался. 20 ходов всего лишь. Считайте, продлился этот век. Ну, мне, конечно, желательно в темный выйти. Следующий опять был. Рыночек. Святилище завершили. А, ну тут вот строители пока не хочется строить. Я знаю, что за один ход до появления строителя убрал Лян. Ну, что поделать. Может, еще фестиваль на театральной площади тогда провести? У меня мало, видите, этих... Тут еще... Вот Россия, конечно, очень много этих великих людей берет. В этом проблема. Вот они тут все какие-то претензии стали выдвигать. Тут так мечник больно по лошадке ударил. Это было больно. Так. Значит, здесь ставим учетные банки. Харизматичного лидера уберем. Дальше здесь апнемся. Отправляем постоянный посоль. Я, подожди, сначала надо апнуть каравеллы.
Ого, 180. Много. Может, наемников? Не, подождите, у меня пока... Это еще доплыть надо. Блин, 7 ходов будет плыть. Еще так далеко уплыл тогда этой каравеллой. Блин. Ну тут надо ждать, когда Магнус прибудет, чтобы это вот все вырубать. Стоим пока здесь, полечимся. Пряности можно обработать. О, прется катапульта. Ну, без наемников не хочу апгрейдить, пускай прется. Просто жалко денег. Это куча денег. Сейчас, опять же, в патче увеличили стоимость апгрейда, поэтому все дорого. Удаляем, удаляем, удаляем. Так, тут два хода, все добавится. Вот эти две, а тут уже эта клетка сама добавилась. Давайте тогда здесь сделаем. И вот тут, наверное, сейчас сделаю ферму. Из Упсалы в Сток-он-Трент. Или в Ньюкасл-апон-Тайн. Давайте Ньюкасл-апон-Тайн. А что дает научный союз на втором уровне? Каждые 30 ходов вы получаете... Это надо быть, то есть каждые 15 ходов вы получаете озарение для технологии. Ну... Это мне не нравятся такие союзы. Так, здесь ждем 4 хода до прибытия Магнуса. Тут вырубать все эти леса. Значит, будем держать рабочих на лесах. Строители завершены. Рынок. Кампус. Промышленная. Ну, театралка тогда. Нужна театралка. Вопрос опять же где? Наверное, вот тут надо будет ставить. Слабый бонус соседства, но... Тут в каждом городе просто обязана быть театралка. Слушайте, а давайте я тут поселенца пока сделаю. В случае начну, а когда прибудет Магнус, я его вообще добью и поведу сюда ставить. Ну, это вот последний для меня город, это важно. У меня тогда очень хорошо будет все расположено, по моему мнению. Блин, Чеббинге рост прекратился. С удовольствием принимаем вашу помощь, ребята. Все на... Вот меня, правда, радует, что он не грабит мне район при этом. Нет, я не опасаюсь за свою жизнь с таким скромным войском. It is the mark of an educated mind. Да, открыл образование без ускорения, но у меня всего два кампуса. Фиг знает, когда мне это ускорение будет. А
Так, здесь стоим. Здесь должны убить. Отлично. Избавились. Здесь в очередь ставим библиотеку. Здесь по лесам располагаемся. Ну, тут я бы, кстати, в этом лесу лесопилку сделал. Пожалуй, так и сделал. Он не на холме, рядом с рекой. Нормально. Да еще и ускорили, видите. Так, стоим здесь. Это все вырубаем. Здесь купим клетку. Растем, отлично. Здесь стоим в обороне. Тут обстреливать нечего. Это за третий уровень. А я тут постою, мало ли еще будет. Хотя тут он не может, тут Канди. Нет, тут уже венгры не пойдут. Зайдем сюда. Так, Гольми гавань построили. Театральную площадь. Фестиваль на театральной площади завершен. Касса. Дает 3 повышения губернатора на чужих коней. Ну, вот у меня нету. Просто ради 3. Ну, нет, жалко вот эту клетку. Здесь все-таки священное место нормально будет. Нет, давайте продолжим. Нет, шпиона построим. Дальше открываем замки. Вообще, банковское дело можно открыть. Вообще, массовое производство для верфи. Лучше массовое производство для верфи. Это производство мне даст. Ябу ушер лемакумком. Харахуким месапатайом. Синяки нравятся, когда большие города не на море. Типа. Ой, люблю я эти подарочки. Я ведь могу и не принимать, типа, это кому-то будет в минус идти, я так понимаю. Tactics mean doing what you... There are very honest people who do not think that they have had a bargain unless they have cheated a merchant. Ну, мне пока тут не надо, чтобы бонус центра коммерции и кампуса стоял. Куча науки, так что пока ничего не меняем. Здесь. Кого мы качнем? Я бы, конечно, Рейну качнул, но ее тогда пересаживать надо. Ладно, пока качнем Рейну. Вот это бонус соседства центра коммерции. И видите, сейчас здесь будет давать 6 науки и золота, а было 4. О, нубия. Так. Слушайте, а мне, кстати, с Нубией вполне можно союз заключать культурный. К ней будут караваны хорошо бегать, если она, конечно, ко мне будет хорошо относиться. Просто минус 3, неизвестная причина. Давайте посольство. Отлично. Ну, дружбу она вряд ли будет сейчас объявлять. Давайте посольство у Алиеноры. Дальше у Дидоны. У Купе.
Умали. Мониторы в России никак насчет посольства нет. Эти уже будут против посольства. Венгр, не хочет ли со мной мир нормально заключить? Нет, не хочет. 110 золота вход на 30 ходов. Как вам это нравится? Просто очень парню нужны деньги. Вот это называется. Очень нужны деньги. Так. Давайте, наверное, тут встанем, будем вырубать. Здесь отступим сюда и прокачаемся, здесь проатакуем. Здесь стоим, ожидаем прибытия Магнуса. Два хода. Все, видите, добавились эти две клетки. Вот эта клетка принадлежала Алиеноре. Я ее отжал театральной площадью. Давайте священное место. Почему священное место... стоп. Вот здесь, конечно. Потому что он дает бонус соседства театральной площади, а амфитеатр... То есть, почему священное место вместо амфитеатра? Сам по себе амфитеатр даст только две культуры. Он, конечно, дает очки великих писателей, да. Но мне сейчас важнее культура, чтобы дальше продвинуться по социальным политикам. 51... 57, ну пока у меня тут больше... А, нет, 62. Но все равно пока больше. То есть культуры, вход у меня больше, чем у кого бы то ни было. Правда, это вот не встретил еще. Туризма 0, да. Но я пока и никаких великих людей не получал. Перехода. Ну, то есть я хочу ускорить торговую республику, да, должна, по идее, прибыть вовремя. Мокша в Линчопинге занял. Значит, на рост ставим. Новый континент. И Нубию встретили. Осталось 7 ходов. Мне в нормальный век 20 очков. Ой, не, не 20. Что я говорю такое? 8. Да, ну могу кого-то повстречать и, конечно, выйти. Надо аккуратненько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пока 10, а должно быть 20. Зидоном он в самом низу. If it's natural to kill, how come men have to go into training to learn how? Пока оставляем. Все, оставляем. Есть, а мониторы уже дружат со мной. Да, отлично. И я хочу с тобой культурный союз. Здорово. Уже. Чисто символическую одну единицу. А давай мы с тобой еще вот поторгуем вот так. А нам еще за это готовы денег дать. Слушайте, как здорово, что я встретил Амониторе. Мало того, что союз важный. Ну, на культуру. Просто мне нужна культура, во-первых, а во-вторых, отправка. Во-вторых, у нее города на море. Это мне будет еще больше денег давать. В-третьих, второй уровень союза с ней даст мне очки великих людей, что тоже очень важно. Я, к сожалению, не смог оракул построить, зато. Есть очень классный пантеон у меня. Божья искра. Боже, как венгр меня достал. Вот ему реально просто нехрен делать.
Ну куда вниз поплыли? Валетта. Но мне бы культурную. Культурный город-государство, а не военную. Ну, когда я построю университеты, я отправлю еще двух. Так, здесь давайте университет строить и купим караванчик. Караванчик мы купим из Стокгольма. Так, могу я в мониторы к мониторы отправлять караваны? Давайте посмотрим. Так, это Калеоноре, Кмали. Да, могу. Все 12 стоит. Только, правда, из Карлстада, Хольмстада и Норчопинга только. Ну, давайте из Карлстада тогда. Я могу за веру купить, да, но я хочу эту веру подержать для покупки строителей, когда вот сейчас Лян сядет. Так, ну и пока, пожалуй, на этом закончу эту серию. Спасибо, что смотрите, спасибо за ваши комментарии, спасибо за подарки, которые приходят в помощь пострадавшим от стихийных бедствий в Швеции. Напоминаю, спонсоры уже, по идее, должны видеть следующие серии, они сразу доступны, а подписчики увидят следующую серию завтра. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.